От них исходит запах тертой кожи, нагретого металла. Ну так что же, вовсе не писать, подохнешь в тоске. Поставят камень с надписью «Прохожий, остановись у гробовой доски, она гнилая вся, и к обращению, Боже, ни крепкой рифмы нет, ни мастерской руки, ни рта раскрытого. Прикрой хотя бы веки, вдали шумят чеченцы от стыки, а здесь бело и тихо, как в аптеке». То звякнут у прилавок пузырьки, то выскользнет монетка и покатит по кафелю. Куда легла себе орлом? В углу, где слава, где победный гром, гремят в стихах. И кстати, и кстати.